Всем здорова, друзья, с вами Влад. В этом видео я вам покажу невероятно очень крутой баг, с помощью которого можно нафармить больше 5000 опыта за 10 минут примерно. Вот мой друг, который мне поможет в этом деле, Master Place. И еще сейчас присоединятся еще два чела. Ого, стоп, что у тебя там в руках? Покажи. Покажи, что у тебя в руках. Да не дергайся. Ого, у тебя ножик новый, ты что? Скрэч, походу. Блин, он такой маленький, чувак. Ты прям пальцами на лезвие держишь. Он у тебя капец маленький, какой-то забаганный. Над этим мы не поработали. Все, зашли, Никенс зашел. Теперь все за наблюдателя заходим. И на счет 3 мы заходим за террористов. Раз, два, три. Найс, просто. Ну, Никенс не зашел, ничего страшного. 3 чела хватит. Пошли взорвем. Сундук. Пошли. Так, взрываем сундук. И сразу же начинаем нести к фургону ящики. Только не бросайте их в фургон, а возле него бросьте, чтобы я просто ставил их в фургон. То есть только я буду опыт фармить. Окей. Сразу забираем ящики. Так, я не могу, потому что очередь, я так понял. Немножко. Так. Забирай, забирай. Вот сбоку становись, возле меня. Вот, все, погнали. Все, мы несем, короче. О, так вот можно нести, походу, а не нельзя. Все, несем, несем. Только не заносите в сам фургон, просто ставьте возле него. Так. Вот тут бросай мне. Где-то здесь примерно. Бросай. Все, спасибо. Я буду заносить и так, таким способом фармить бесконечный опыт. Мне уже 30 счет. Так, я понес сам. Давай, ты неси следующий. Просто бросайте возле фургона. Минус 28 тоже быстрее неси сюда, чтобы я быстрее мог заносить. Несите сюда. О-о-о! Ого, ты шо, псих? Как ты это сделал? Ого! У тебя сколько там штук? Все, я иду несу тоже туда. Ого, сколько тут. Так. Я понес. Да не надо вот эти баги, несите просто быстрее. Просто несите, вы тянете время этим, и я не смогу так выполнить быстро всю миссию. Так, время идет, мы... Да, кидай вот так вот, спасибо, братан. Так, раз. Два. Так, нож берем, чтобы быстрее идти. Несем, 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 несем. Сколько у меня уже там? 60 счет. Вот сколько ящиков, капец. Миллионеры просто. Так, несем, несем. Есть. Уже 7 ящиков, ребятушки. 7 ящиков. Это получается 80. Счет 80? 7 ящиков это 80 счет? Не понял. А 8 ящиков это сколько счет? 90? Ну пусть будет. Так, счет у нас 90. 90. Теперь 100 уже. Самое интересное будет в конце, ребят. Так что смотрите до конца, это прям какая-то жесть будет. Столько будет опыта, просто медальку можно будет нанизяпнуть. Так, несем быстрее. Этот баг не влияет на игровой процесс. То есть, смотрите, этот баг можно на YouTube выложить, потому что он не запрещен. Так как он не влияет на саму игру. Я не мешаю другим игрокам, я не делаю инбаланс, то есть вы понимаете. Я только фармлю себе лично опыт, так что это топово. Так, сейчас кое-что чекну. Эти все ящики, уже 12 ящиков, капец. Это очень много. Когда 3 человека, еще больше и больше опыта можно нафармить. Если будет 5 человек, то это вообще втройне больше опыта. Так, быстрее понесем. Заносим, не заносим ящики. Биохазард, как-то так произносится. Не знаю, как правильно читается этот вирус. Биохазард, вроде да. Так, несем, несем. Так, опять же, мне просто вот так вот нести это изи. Очень близко. То есть мне не надо бежать полностью к фургону. Я просто отсюда вынесу его. Это прям жесть какая-то. Осталась одна минута.
У меня уже 17 ящиков, ребят. 17, это жесть. 17 ящиков, блин. Случайно выбросил. Так, несем. Очень много нужно ящиков. Уже 18 ящиков. Это уже 190 опыта. Так, 200. Уже получается. Несем. Так. Так, сколько уже? 210. 220. 230. Так, 240, давай 240. Да блин, ребят, плохой вариант тупо кидать там. Лучше нужно как-то доносить его сюда прям, так будет намного быстрее. Раз, два, три. Да, боже, пошли диффузить. Так, спустя некоторое время мы еле-еле зашли. Это было нереально сложно. Сейчас мы взрываем, как бы, наш фургон. Так, взрываем его. И сразу же несем почти до конца все ящики. Не нужно кидать их куда-то на полпути. Возле фургона все слаживайте. Не нужно их кидать, просто несите, так будет быстрее. Да просто неси их, алло, мастер, неси их просто. Так, быстрее идем. Доносим до конца. Так, занесли один. Занесли второй. Смотрите, как быстро. Третий. А тогда я ходил и 3 часа заносил эти ящики. Так, быстрее забираю еще один. Так, забираю один, два, и несу. О, минус 8 бежит. Мастер бежит. Бегут. А мы несем биохазард. Так, жесть какая-то. Раз, два. Это уже 6-й ящик. Это получается 300 опыта уже. 300 опыта. И, кстати, кто взрывает фургон, тот получает 10 опыта. То есть лучше бы я его взорвал, чтобы мы показали, но все равно. Так, погнали. Несем биохазард. Так, уже 7-й ящик. 8-й. 9-й. 10-й. 11-й. Ого! Как вы так сделали? Вы что, читеры? Так, несем быстрее. Так, несу ящик биохазарда. То есть за спецназ я понес 23 ящика. Затеров, посмотрим, будет больше ли затеров. Да, должно быть больше, 100%. Потому что даже еще нет половины времени, я уже сделал 14, это уже 28 ящиков. Просто нести, это самый лучший способ. Не нужно ничего хитрить. Просто берете ящик и несете его. Самый простой способ, ребят. Несем. Еще есть один баг, с помощью которого мы можем быстрее нести ящики. Я его сейчас покажу. Так, занесем вот эти ящики. Мы залазим на любую поверхность. Запрыгиваем. Бля, секунду так. Запрыгиваем на любую поверхность. Садимся. И в воздухе встаем. И теперь мы намного быстрее двигаемся. Так. Смотрите, как мы быстро идем. То есть, как будто мы уже ускорены какими-то суперсилами. Забираем ящик. Это у нас тут наблюдатель, контролер. Смотрите, как мы быстро двигаемся. То есть намного быстрее, мне кажется. Или одинаково. Возможно, только визуально быстро. А не, видите, я уже почти его догоняю. Или это визуально только? К сожалению, этот баг ничего не помогает.
только визуальный баг. 22 уже, ребят. Даже еще минута осталось, мы только 22 принесли. А в прошлый раз только 23. То есть это вообще имба. Так, несем быстренько. Сколько у меня уже счет? 460 счет. За это мы получим очень много опыта, ребят. Это невероятное количество опыта просто. Взрыв мозга будет. Тихо, 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 пацаны. Сейчас посмотрим, сколько мы опыта получили. Тихо. 3600 опыта. Это 3 человека было. А представьте, если бы мы спешили, вначале не профукали столько опыта, мы бы получили примерно 4К. А если будет 5 человек, то это примерно 6000 опыта. Ну, плюс-минус 5 с чем-то. То есть это очень много опыта. Это нереальное количество опыта. Реально,